И всем привет! Всем привет! Всем привет! Чё, Арк ждёт, сидите, да? А вот сегодня Арка-то и не будет. Не хочу. Не хотел снимать серию. Думаю, стрим запущу. Вот. Стрим-то запустить у меня есть идея. Да, я, возможно, его и запущу, как бы, сегодня. На часик, на полтора. Проблема в другом. Вот, проблема в том, что желание снимать-то все меньше и меньше охотом. Из-за чего? К примеру, сегодня я такой захожу, смотрю на вчерашнюю серию. Давайте даже здесь покажу. 218 просмотров. 218 просмотров. Просто обалденно. 218 просмотров на обычной серии, которые... То есть на обычной сезонной серии. То есть не на каком-то леваке и так далее, просто 218 просмотров. Думаю, ну блин, чё, неплохо, нормально, когда извержение вулкана, просто тупо левак какой-то, и практически столько набрал. Думаю, блин, нормально тогда, нормально, нормально. В целом посидел, посмотрел, 400, 500, 500, 600, 200, ну ладно, здесь объединение это левак. Вот, и так думаю, блин, а может, ну и все в баню. Вон, первые шаги, тупо из-за названия, набрал с просмотров. Думаю, ну и все в баню, наверное. Если так же и будет, то смысла нету. Решил посмотреть аналитику. Аналитику канала. Подписки, да, конечно, подписки тикают, тикают потихонечку. Спасибо, подписывайтесь, все хорошо, все замечательно. Ну, вот это вот все, да, это левачок, это понятное дело, это побочные, так сказать, действия моего канала. Но вот это основное, я бы не назвал это основным действием моего канала. 218 просмотров, конечно, здорово, просто обалденно. Вот. 10 просмотров, конечно, да, просмотров, вот 2220 просмотров за день, просто вообще 13 июня было. Вот, здесь до 24 июня, если чё. Просмотров тут по 1000 в среднем в день выходит, это, конечно, здорово, тут самое минимальное было 659. Ну, нормально. Знаете, нормально, за весь день-то. Но работают старые мои видео. Вот это видео каждый день набирает просмотры. 7 месяцев назад я его снял. Она каждый день набирает просмотров. Вот это видео каждый день набирает просмотров. Она за день вот это видео может набрать больше, чем вот это вот новые видео. А это старый левак. Вот такие вот дела. Лайки, конечно, да, хорошо. Прям лайк накидываете. Мне тут это здорово. Дизлайки тоже тут, смотрю, накидываете. Прям молодцы. Вот это, конечно, да. То есть, по факту, я когда здесь заглядываю, по факту, по сути, по факту, на моем канале всегда два человека, которые делятся моим видео. То есть, два реальных человека, которым не жалко нажать кнопку поделиться моими видео в соцсетях и так далее. Им не жалко, они готовы делиться моими видео, только чтобы мой канал развивался. Вот такие вот дела. Комментарии, конечно, да, вот это пик комментариев, это когда у меня идут стримы. 24 июня. Да, это у меня был стрим. Еще 25-го нету, там тоже там будет количество комментариев много, но не так уж много, но все равно будет. Ну вот, это вот стримы у меня. У меня всегда на стримах комментариев много, но это понятное дело. Это у всех так. Вот, уровень взаимодействия с аудиторией, ну, это когда я отвечаю, ну, знаешь, ответить на комментарий я первый, ну что, ну я могу ответить с Маликом, ну, толку-то от этого. Вот, как таковое, вы ничего не пишете. Что бы я ни спрашивал, вы ничего не пишете. Вообще без разницы вам. Как будто это мне нужно, знаете, ну, наверное, это мне и нужно. Судя по вот такому количеству просмотров, это мне, наверное, и нужно. Вот. 2-3 человека, грубо говоря, постоянно говорят в комментариях, не более. Ну, это грубо говоря, да. Там человек 10, конечно. Вот. Конечно, это весело.
Самое, в чем весь прикол, я на этот сраный арк трачу энергию, то есть на одну серию арка я трачу столько, сколько я могу записать, допустим, 3 серии Кроссаута, 4 серии Панзара. Здорово. А я записываю одну серию арка всего лишь навсего. И вам что-то вечно все не нравится. Это так, нет, не так. Вот. Поэтому как бы не удивляйтесь, что после выживания... с июля я хочу начать снимать выживание. Не удивляйтесь, что после выживания арк может как платформа исчезнуть у меня. Ну как, по крайней мере, я буду отдыхать от него. От арка. Кстати, это статистика точная, потому что это статистика моей партнерки. Здесь статистика всегда точная. С этим проблем нету. Кстати, да, я уже говорил, я себе Counter-Strike... купил, она просто продажа 300 рублей было, я решил, от вас дождешься, чтобы вы задонатили на него, думаю, куплю, пущай будет. Вот, так что все, можно так сказать, здорово. Ну и что, ну пожалуй все, сегодня я думаю все-таки будет вечерочком стримчик, посмотрим, пообщаемся, снимаю, я не знаю, что я буду снимать, буду ли я на Саваже снимать, или же я буду на официалке просто качать себе персонажа. Посмотрим, что да как да где. Вот, ну а там будет видно. Поэтому сегодня до вечера будем снимать стримчик, смотреть, что, как, где. Все, на этом все. Всем пока.